Барнауле с приходом весны особое внимание уделяется состоянию дорог и пешеходным тротуарам. В этом году по решению главы Барнаула Вячеслава Франка на текущий ремонт дорог из городского бюджета выделены дополнительные средства. Всего планируется направить на эти цели около 170 миллионов рублей. Общий объем выделенных денежных средств в утвержденном уже бюджете, в рамках которого мы сейчас с вами работаем, без малого 4 миллиарда рублей. Все программы, в которых город участвовал, мы продолжаем участвовать. Это безопасные качественные дороги, это наши инвестиционные проекты. Один из проблемных участков – дорога по улице Аванесова. Она является одной из центральных улиц города Барнаула, общей протяженностью почти 2 километра. Работа здесь выполняется горячей асфальтобетонной смесью. Также обновлять дорогу будут на улице Анатолия, площади Победы, проспекте Строителей и на Южном тракте от ленточного бора в сторону лесного тракта. Практически 2 миллиарда денежных средств. Это выделено правительством Алтайского края. Сегодня мы с вами в полном объеме приступаем к ремонтным работам. Будем работать, будем стараться привести город в порядок. Все-таки еще раз вернуться к планам работ, посмотреть пересечение наших коммунальных служб. Сегодня мы обсуждали переход работы как можно в ночное время, там, где это не мешает проживанию. В рамках выделенного финансирования будут проводиться работы по ремонту дорог, тротуаров, колодцев, остановочных площадок, подходов к пешеходным переходам, а также уложены искусственные дорожные неровности. Общая площадь ремонтных работ составит более 100 тысяч квадратных метров. Дмитрий Дроздов, День с толком.